Выехали с собакой. Оля. После небольшого перерывчика, чтобы заживала века. Посмотрим, прогуляемся недолго. Опять же, с целью того, чтобы не повредить. Посмотрим, что будет. Что получится, то получится. Ну, давай ищем. До этого выходили еще по Перепелу. Маленько стрельнули. Так, аккуратненько ходили по не густому, не стерневому полю. Тут вот высокая стерня. Переживаю просто из-за века. Сейчас выйдем, посмотрим. И фазан сегодня, и перепел. Суббота. Собака летает. Смотрим, что получится. Видео до этого не снимал. Выходили. Были такие хорошие, красивые сработки по перепелу. С классической стойкой. Вообще офигительные. Но камеру не брал. Почему-то. Я не всегда беру. То забыл, то неохота. Ветер сегодня нехороший. В том плане, что нам в спину дует. Только посмотрим сейчас. Где-то выстроимся, может быть. В кучерях вон там по ветру. Хорошо. Молодец. На этом поле были, перепелку стреляли. Немножко, но стреляли. Фазана здесь подымали. Не в фазаний день, правда. Поэтому и не стреляли. Что-то было. Курица, молодец. Еще одна курица, молодец. Молодец, мальчик, хорошо. Молодец. Но это курица, увы, молодец. Все, 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 стоп, 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 стоп. Молодец. Нельзя. Туда пойдем. Молодец. О, кончилась колючка. Ну, колючки всякие, блин. Бипер пока еще не брал. Один что-то не работает. Или просто не работает. Либо надо аккумулятор поменять. А со вторым хитрым китайским разобраться не могу. Уже сколько времени лежит. И до этого типа замена Гармину. Yeah.
начал вчера, но так и не разобрался. Что-то нету птицы. Был не фазаний день. Вот тут наподымали, ой-ой-ой. Пес на азарте, на адреналине. Собака встанет, то не увидеть. Еще фермеры могут силками все повылавливать, о чем я уже наслышан. Не только фермеры, еще жильцы из поселка периодически хвастаются своими достижениями. Смотри, ничего пока. Не видно. Как, впрочем, и где собака тоже не видно. Кучерить-то я не хотел бы из-за собаки. А не получилось. Вот где? Вон он где-то там. Надо бипер. Чё, молодец. О, такая напряжуха у собаки. Напряжуха у собаки. Хорошо. Курица. Ха-ха-ха! Смазал его. От неожиданно. Вайт, а ты прочухал. Нет. Не в магазин ходим. Есть стоечка. Есть стоечка. Кто это? Есть стоечка. Стоим хорошо. Хорошо. Где? 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 Перепелка. Молодец. Стоять, дай, дай, вайт, фу, фу, молодец. Ой, молодец, молодец. Перепелка, не фазан, но все равно молодец, мальчик, молодец, 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 молодец. Классно встал. Молодец, мальчик. Все, сейчас обратно пойдем. Я рад тому, что он так сработал,
красиво. Красиво сработал. Как говорят англичане, охотник с таксой ходит, чтобы поймать лису. Охотник с гончей ходит, чтобы добыть зайца. А охотник с легавой ходит, чтобы посмотреть, как работает его собака. Поэтому я рад. Я рад. Красиво, классически. В общем-то, первые работы. Первое поле, несколько выходов. Поэтому я очень рад. Молодец, мальчик. Чё, без фазана сегодня? Ой, тебе ха-ха-ха. Малочек, иди ко мне. Иди, малыш, стоять. Стоять. Молодец. Что на сегодня? Потому что у меня еще много дел.